Две недели назад у нас приезжала семейная пара в возрасте. Они молились за своего сына. Они приехали без сына, и сын нуждался в исцелении, он уже 15 лет. Они молятся, они верят, и уже даже опустили руки. И когда услышали, что здесь место, где можно принести воду, можно принести вещи, и за них будут молиться, и они поверили. Они приехали с другой стороны без сына, просто чтобы здесь помолились за воду. И они уехали. И на этой неделе сестра написала о том, что их сын получил исцеление. Их сын, они повезли туда воду, и их сын получил исцеление. И он приедет буквально в ближайшие несколько недель, он будет лично свидетельствовать, от чего именно он получил исцеление. Они сегодня рассказывали, они сказали, сын сам засвидетельствует. 15 лет болезнь и просто бутылочка воды, и он получил исцеление. Давайте скажем, 15 лет. Это для кого-то должно быть, знаете, намеком. Почему ты этим не пользуешься до сих пор? Ты испробовал же лекарств за 15 лет столько, а вот этим пренебрегаешь.